Вооруженные люди напали сегодня вечером на штаб-квартиру сводной мобильной группы правозащитников в ингушском Карабулаке. Юрист комитета против пыток Дмитрий Утукин опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, на которых видны люди в масках, у некоторых из них в руках предметы, напоминающие автоматы. Запись прерывается после того, как один из этих людей замечает камеру и сбивает ее. Ранее сегодня произошло нападение на автомобиль сводной мобильной группы на границе Ингушетии и Чечни. В результате нападения пострадали 9 человек. По информации источника Кавказского узла, у нападавших были машины с чеченскими номерами. Напомним, что 3 июня прошлого года нападение на офис сводной мобильной группы правозащитников было совершено и в Грозном. Личности нападавших так и не были установлены.